Ви можете сказати, скільки там на чоловіка може бути квадратів? Там рукою, Андрій, ми знаходимося на Да, бачите, він рукою махнув, кому-то дало, бачите, а воно все... Ну, зберігаючи технологію. Ну, йдемте в ту сторону, значить, да. Пройдемте. Насколько здесь, кто мне ответит, насколько здесь человек? Владимир Николаевич, такого расчета нема, який расчет надо делать. Ви ж не просто человек, ви ж тільки приготовили два дома. Ви ж тільки що поступили к нам в южном 14 зонах укрытий. Которые были здесь предусмотрены во время строительства Южного, и сейчас проходит процесс проверки этих укрытий. Будем следовать за студией МИГ, потому что у них в руках фонарь. И это хоть дает какой-то шанс что-то увидеть здесь. А на Химиках 14 подвал предусмотрен этот детский спортивный центр. Здесь занимаются дети, но на случай каких-то военных действий его можно будет использовать как бомбоубежище. Дальше идет клуб «Карма». То есть это тоже провинционное укрытие, но там есть организация, то есть они вот в том состоянии, как мы уходили. Но вот это даже закрывать, да, я понимаю? Вот эти все витеряли. Увидим сейчас помещение, в котором... И должна быть здесь витеряться. Ничего. Все говорят, что они как-то используются, но если, не дай бог, будет какая-то чрезвычайная ситуация, можно сюда будет размещать людей на этой территории. Приточного дежурного. А у нас где-то нет? Нет, есть у нас в нескольких кругах такая рабочая выдержка. Вот, а вот это она просто не сделана. Вот здесь конкретно при строительстве это сделано не было. Когда строились еще, да? 36 лет назад, когда мы учились, когда мы строили. Вот эти подъезды сдавались в 90-х. Это что за микрорайон? 94-й микрорайон. А в тех микрорайонах там как? Там хуже, потому что там вообще, там, вот на 4-м, более позднее, все это делалось. То либо сделалось, это уже растащено, либо не делалось вообще. Ну, вот эта часть не делалась вообще. Мы должны в этой коробе, потому что она не теряется, это цинковый правил трамвай, или просто еще из черного металла, плюс электродвигатель, плюс электроработка. Давно заговорено просто в подвальных ситуациях, когда обратилась в порох и электродвигатель взяли по... Но если мы возьмем вот это здание, да, вот этот подвал, здесь так, вода есть, да? Туалеты работают, свет есть, это, более-менее чисто, но надо еще привести какой-то божий следит. И вопрос сегодня стоит, это вентиляция, так? Вентиляция, да, но закрывать окна в условиях того, что... Закрыть, должны быть закрытые окна и должна быть вентиляция, да, так? Не знаю. Что еще сюда? Хорошо, а кто мне может ответить? Ты мне можешь ответить, да? А что у нас сюда добавить? Кровати, столы, скамейки. Как посадочные места. Хорошо. А что у нас здесь сегодня? Ничего нет. Потешитель. А где мы должны это хранить? Это должно быть сложено? Сложено в отсутствии. Где отдано шерству, или отдано МЧСникам, или отдано в этом. Все должно быть сложено в этой комнате. Первое, с чего начинается, определяется емкость, я так понимаю, я гражданский человек. Емкость, которую можно разместить, сколько можно разместить людей. Определяется, что здесь расчет на 3 квадратных метра, 1000 человек, а 300 человек вот в этом помещении будет. А вообще, если брать по плану, то работники припортового завода, часть какая-то должна размещаться на припортовом заводе, работники порта, часть должна размещаться на порту, у нас какая-то часть... Исходя из этой емкости нашей общей, она рассчитана на нас, если я понимаю, емкость сколько людей размещаем. Мы вроде бы размещаем 12 тысяч тут по всем Перу или 8, точно в этом. Потом это тоже будет план, с какого дома в случае условного сигнала сюда поступают люди. Это то есть у Шестова или в этом, даже не у Шестова, а...
Козачова, должны быть таблички, должны быть места для размещения табличек, указаны указателями, який житель, з якого подъезда, з якого дома, при определенной команде, куда передвигается. Вот это все позадовительная работа, которую мы сделали. Поэтому в этом году, исходя из того, что есть проблемы, у нас мы принимаем решение, которое сейчас сообщает ИУ, Кишевство, вместе, правда, называется голову кружительной. На этот, сейчас для этого все. Это мы назначили этот разговор месяца три назад, так? Чтобы мы берем в этом году, робимо санузлы, восстанавливаем, ну, то есть краны и так далее, и тому подобное, восстанавливаем для них дома. Вы на год не делаете, что это у нас делать в течение месяца. Ну, теперь уже ситуация поменялась, поэтому надо сейчас... Да, надо не срочно сделать. Зараз надо тогда ставить... Поэтому в таких ситуациях, как здесь, вы должны определить, выдохнуть, что нужно, койки, столы, там и так дальше, и вентиляция. Так, в этом практически и на этом... Вентиляция, как очень громко. Ну, посреди не нужна, потому что, ну, все рекомендации говорят, что окна при обстреле должны быть, чтобы было не лучше. Отлично, не выглядит. А, ну, давайте, есть техника безопасности, есть определено не законодательные, а как нормативные какие-то есть акты. Вот согласно нормативные акты, вы если мы сегодня, если мы сегодня перефразируем ее, называем бомбоубежище, то совершенно другие требования. Да, но у нас другие Продолжаем нашу трансляцию. Сейчас мы отправляемся в другое помещение. Будет временное затемнение кадра, потому что нет света в этой части. Может, там на ТВ посветят. Прометей вперед. Длинные коридоры по всем основаниям дома. Схемы 14. Узкие длинные коридоры, много всяких площадей, кабинетов, где можно размещать людей. Предварительной информации, которую мы сейчас получили, нужно сделать вывод, что городская власть планирует подготовить этот дом, возможно, к чрезвычайному положению. Это будет необходимо очистить кабинеты, которые пока что непригодны к приему людей, сделать вентиляцию, разместить там кровати. Ну, все подробнее мы уже узнаем потом. Сейчас мы вышли на улицу, направляемся в другую часть дома.